Там реально, если БКшное все введут, это будет, я не знаю, да, как клики Лидана выбивать. И эти нотки с него падать будут какие-нибудь легендарные. Как. Ну, я даже не знаю, как это делать. Двуручные зенотки, блядь, на Сурика сделал. Если в РБК сейчас просто убивают мобы, а ты прикинь, да, что будет творить. Ну там всякие категории, вне категории, там первая категория будет пускаться, наверное. Не, я так думаю, там не первая категория будет. А на серваке вообще есть кто-то вне категории? Админ. Админ только? Еще не видел. Первую категорию видел, а вот так нет. Но я сам сейчас вот, мне осталось там чуть-чуть до третьей каты. Ну, он нас видел. Надеюсь, за полчаса мы эту катку выиграем. Восемь тысяч мобы бьют, блядь. Всем привет. Привет. Блин, а чё Гер поставили на пятницу? А, нет. Сегодня, походу, делал чисто по квесту. Натан, ставь по кнопке говорить. Thank you.
Приветствую всех. Привет, Наштан. Так, подговорите кого-нибудь из своих друзей. Нам нужен один ДД или РДД или кто-нибудь. Миш, какие у тебя символы в прото стоят? Сейчас скажу. Печать отмщения, праведная защита и святая клятва. Малых нет. Спасибо. Но там на самом деле немного малых полезных. Возложение малые рук... вообще все бесполезные. Почему? Возложение рук как минимум. Да я им не пользуюсь. Какое возложение рук? Ты смеешься, что ли? Когда есть хороший хил, даже возложение рук. А если еще не пробивают себя, то вообще шикарно. Вообще ничего не надо. Малые реально бесполезные, то есть просто лишняя трата денег, проще там какую-нибудь гему купить нормально. Ты знаешь, у тебя в гильдии есть нормальные начертатели, которые уж глифы сделают бесплатно. 10 голд глиф. Угу. Че, заходим? Заходим. Так, а че у меня тут как Дэвиси? Они уже не заходят. Выйдите пока сейчас. Не должно быть КД. А кто-то не вышел, что ли? Я пока не могу использовать эту способность. А, проверим. Ну что, вы куда сейчас идете? Так, дайте я репати дам. Мы в короб. А, ну это не для меня. У меня КД, но у меня только на Геру КД. У меня вообще нет. Мы же в обычку идем, верно? Ну да, в обычку. Эски, глянь. Ну, у меня тоже на Гера. Вот, все нормально. Все, надо забагала спать, значит, потому что Наоми у меня было КД, и, видимо, лидера передала, а она все равно не разбагала. Ребят, может быть, кто-нибудь помнит наизусть, упала, какой глиф на таунт? Я точно не помню, я паладинами не играла. А какой там таун? Как называется? Мало правосудия? Длань возмездия. Не Мерлина не вижу. Вот. Так символ праведной защиты, я же говорю. А, он и есть, да? Да, да. Повышает вероятность срабатывания способности праведной защиты на каждой цели на 8%. Но это масса агры символ. О, Реги, Квикси, стой. Говорю, стой. Так, АДК... Ладно. А, что ли, нет Рега? А, есть. Нажмите кто-нибудь на сумму. Ахилл Русь у нас, да, нет?
Рай еще. Ага. Это что там танк собирает, нет? Чего? Вроде там, а что за фигня на танке стало? Давайте заходим. И погнали. Мне позвали как хило, но в принципе могу потанчить, но все равно. Здорово всем, танчить будешь. Привет, Рай. Че, мне в танка с пека сыграть? Да, что мы в два танка пойдем? А, у вас два танка? Да. А второй Матильда? У Матильды есть это? ДДшка. Я привыкла, что Матильда танчит. Пора хилит. У меня по старинке, я старой школы. Два а хила. А я в одного не могу прохилить, что ли? Не знаю. Все зашли. Вообще есть. Просто больше ДДшек быстрее пройдем. Я к тому. Давайте идемте на коня трэш чистить. У нас кого-то в Дискорде, по-моему, да, нету? А тут у нас пуги какие-то вроде, да? Ну, двое, да, рандомов. То, что у нас что-то нет желающих по фасту пройти кару. Матильда, иди гуляй. Русь, перетяни, пожалуйста, в Дискорд. У меня Аморфис в буквальном смысле слова меня поняла и забрала все права и везде. Красотку перекинуть? Ну да. Что-то там сомнительная какая-то красотка. В смысле сомнительная? Лысая и сероватая? Ну, по голосу вообще не красотка. А меня вообще мой голос раздражает. Я когда себя где-то слышу, у кого-то там фоню, это кошмар. Как меня вообще слушать можно? Как тебе просто кажется. Очень даже симпатичный голос, что-то. Подлизывается. Не знаю. Ну, честно, я не слышу. Мне кажется, уже не такой самый вредный голос в жизни. Ну, блин, я и в жизни вредная. Ну, это видно. Не знаю, мне кажется, девушка должна себя очень любить и уважать. И держать все на дистанции. Ну, без фанатизма. Ну, почему же? Не, я не к тому, что это укор какой-то. Мне это даже нравится. Да мужикам всем это нравится. Не, но это не значит, что как бы не надо путать высокомерие с, например, самолюбием или самовлюбленностью. Это абсолютно разные вещи. Просто когда ты знаешь, кто ты, что ты, на что ты способен, что ты умеешь. Просто мне кажется, там тонкая грань между этими двумя понятиями. Вот пишет мне сегодня в инсте парень. Давно общаемся, и такое предложение. Когда ты меня позовешь на кофе? Я вот сижу, это читаю. И думаю, пацан, ты не прихерел ли, а? Не, ну да, там заряжен, все понятно, классно. Я очень за него рада. Таких у меня в инстаграме еще 300 человек. Ну просто, блин, что за... Когда я позову, это с каких пор девушки вот так вот проявляют интерес? Позови нас всех на кофе. Я правда кофе не пью. У меня есть без кофеина. Кофе, предлог. Цикорий только если. Ну а кофе без кофеина ты ж пьешь, правильно? У меня отдельная серия капсул без кофеина.
Загрите через стенку мобов, если есть такая возможность. Сейчас я лужу в зале. Так, у нас шаман Энк, что ли, там? Что-то мне кажется, где перестали дамажить. Надо. Тут вообще очень лайтово стало, на 30% все пофиксили. Ну как пофиксили, порезали просто урон. Ну а, ну тут я смотрю, прям ну, наверху... практически не хили даже. Наверху огненные, конечно, там также фигачат, то есть не надо огреть всю комнату. А эти, да, лайтовые. Блин, ну мне кажется, все-таки в 2 хила сейчас с 10 это, конечно, такое. Извращение? Ну я не хилю толком. Ну, хочешь, если тебе кому-то надо, например, твинку сюда, можем сумануть все равно около входа. Так а у меня все равно либо танк, либо хил. Все? Все чары? Чу? У Матильды же ретрик есть, по-моему, нет? Ну он так. Такой, знаешь, как бы лучше я потанчу. Ну окей. Ну что хотите делать? Ну, да погнали. Я просто предложил, как лучше. Давайте. Блядь, блядь, блядь. Мутный тип, ты где? Мне кажется, он мутный, и он не здесь. Он нас укажет, он вообще стоит там, охеревший. Ну, кикать его нафиг. 100%. В каре там сколько? 10 боссов с лишним, да? Ой, забыла сказать, что нельзя бить сразу, да. Ну, полежи уже. Вакамор, вставай, я же БР, ну, зря что ли. Слушай, а ты заметил, да, когда бэришь игроков, они сразу не встают, они всегда чего-то ждут. Да-да-да. Блин, точно можно встать? Блин, где это бревно стояло, когда меня бэрило? Там точно нет лужи. Да, вдруг заражение будет какое-то наличие. Да-да-да. Блин, найдите Хмельного в гильчате, пожалуйста. Он мне пишет в вайбере, а я не совсем в гильдии. Есть он там? Пожалуйста. Я хмели не вижу. Да вот я тоже что-то не вижу. Он там какого-то палоса сдавал, я не помню. Гифт это, да, но его нет. И у него КД, мы его уже сюда водили. Так, кому-то вообще тут что-то надо из этого? Я ему на Т9 этот стак пустоты отсыпал. Кому, Антону? Да, на паладина. Да ты щедр. Я бы зажлобила. Да лишь бы польза была, чем.
Давайте вниз сюда тащите огненных. Там наверх не попрёмся. Матильда, давай. Дерзай. Блин, а когда Лере вчера написала, я говорю, Лера, всё. Я созрела, я готова, снимать мне обязанности. И первая мысль, когда я... Ну, когда она такая говорит, да, всё хорошо, окей. Первая мысль. Я смогу афкашить в рейдах. Наконец-таки. Что? Ай-яй. Кось, а что ты на четверг Геры не хочешь вести? Геру фракл делает, зачем? Где Геру? К фраклу не попасть просто. Мне надо... Вот, мне... Я не попасть. Че, он в кару никого не берет, я его спрашивал. Ну блин, просто с фраклом как-то, не знаю. Лера, конечно, сказала, что она с ним поговорила, но я бы с Руси лучше бы пошла в Геру. Ну, на мой вкус, отец. Что это слишком много вы сэвили? Лера, вы что, блядь, весь инф на агре, если? Верните хоть от рейда. Не держите, дышит прям в рейде. Там мне контроль дали, что я там сделаю. У нас есть полипал. Который можно подбежать и прожать верхний лес. Я просто и диспейлить, и хилить не успеваю. Если кто помогал диспейлить. Короче, расскажите, как Шафара убить? Чё за херня? У него бесконечный трэш какой-то. Просто тупо сергануть его и всё. Так и надо... Просто надо... у вас хороший ДПС должен быть. Если пати не очень, то будет сложно. Ну тут 2200 там. Нужна 200. Гера. То есть никак. Давайте, наверное, поднимаемся. Сливайте сферы. Сферы, да, надо сразу свечиться сливать. Чтоб не лез в другой трэш. То есть вы не убиваете сферу, из нее вылазит трэш. Тут быстро очень это все происходит. Ну, вообще, проще. Блин, меня хотят... Это вы еще на Сити, походу, не были. Раз для вас этот сложный. Я на Сити был, Сит нормально убивается. Ну, не знаю. Мне кажется, Шафар, по-моему, полегче убивается. Ну, не знаю, я про товаром там контролю этих элимов на Сити. А тут какая-то жопа вообще. Вот очень люблю Хмельного. Меня я иду. Зашел в игру, тебя нет. Спрашиваю, на ком ты? И тишина. Мат, хорош поливать. Киньте в него валенком. У Холиприст просто хилит. Мана кончилась, у него и все, жопа. Холиприст, я не хилю. Не, я в этом, про РБК. А, блин, не сбивай меня. Я только Холика сделала. А Матильда пьяный ходит в рейд. А как ты узнала? Не знаю, у меня такое чувство. Перед гаром дохнул. Тебе микрофон встроен датчик. Так, народ, не стойте там, не слакуйте, пожалуйста. Я не слакую, бью. Как там отключить этот эффект?
эффект опьянения. Свечение, эффекты свечения отключить в настройках. Слакать значит ничего не делать, стоять и а-ля АФКшить. Вот у меня была классная плита АФК, мне она очень нравилась. Она готовила примерно как постоянная АФК. Картошка не жарилась, а тушилась. И супы не варились, а что-то там булькали. Не, это нормально, что картошка не жарится, а тушится. Нет, это не нормально, потому что стояла функция жарить. Максимальная мощность. Ну ладно, там была маленькая переносная. Временная. Давайте вот этот левый пирож тоже жарите. Я люблю жареную картошку. Я вообще поклонница жареной картошки. Я вообще-то сам люблю жареную картошку. Но я не белорус. Можно видеть, кто не любит. И вообще у меня самое такое, наверное, большое вкусовое извращение. Я обожаю в Макдональдсе картошку фри и клубничный шейк. Это просто нереально вкусно. Да, это да, да. С водкой лучше, чем... Не, ну это классика, это понятно. Ну без водки. Короче, мы их сейчас, Матильда, ты их всех берешь вместе с копом, ставишь около лестницы, и мы там бьем Мороуза. Даем сразу, ну не сразу Геру, там чуть-чуть, чтобы на... этот, господи, Артем напулит. Вот, и все играем в Мороуза сразу. Сейчас дайте бафы. У нас, кстати, два паладина. Дайте кулак порой. И по ДК тоже кулак дайте. Все было, но сейчас я дам секунду. Было, но мы умудрились в каре оп умереть. 260. Так, помню, здесь нигде ничего бегать не надо, просто. На кого-нибудь еще надо что-нибудь? Нет. Да не надо, хватает. Миш, ты, кстати, этот, как его, потом вешай лучше каску на нас. А фу, не каску, а этот протобаф. Тебе хорошо, а я каску могу давать. Ну, окей, окей. Кто-нибудь поиграл уже в битву за Азерот? Стримеры. А что, появилось уже что-нибудь? Да. 14 числа же, да, сегодня. Блин, ну откуда? Конечно, нет еще. Никто не пробовал. Но я скоро, да, туда лягну. И чего там? Написал, уже он скрин скидывал. Что мы здесь еще делаем? Сколько стоит она? Пушка. Если короче, да, если у тебя нету предыдущего там, ну, легиона, то, короче, легион покупается за подписку, все предыдущие патчи. Ну, от первого года легиона за 500 рублей. Ну, у меня ну, все куплено. Ну, я сейчас куплю тогда. Куплю сам БФА и еще близко. Ну, то есть, короче, 2,5 косаря. Да пофиг, это вообще не деньги. Че, все, большая сервис. Ну, скорее всего, я туда окончательно уйду. А вот тебе не понравится. Ну, я не знаю, но я его год ждал, блядь, как мне понравится. Много патчей играл после ЛКА. Ахаха, танка Триня. Арфрос. Нужна кому Тринька? Я канал. Я бы забрал. Руся. Кто мангуст, да, опять стролил? Ты играл патчи после ремонта? Я стролил. Нет. Это Ома, когда картошку жарить будешь? Что? Когда картошку жарить будешь? Матиль, ты куда? Я вчера жарила. Даже сегодня осталось чуть-чуть. Но она уже не очень вкусная. Да, а нет, да, да. Селёдочкой. Так, темнота. А ну-ка аккуратнее с микрофоном.
Я вообще-то хожу по квартире. Слышим, как ты ходишь, в этом-то и проблема. Да у меня пиво упало. Какие кошки? Это вообще-то я холодильник открывал. Морозилку. Ты кошек в холодильнике ставишь? Блин, я тоже. Конечно, срок хранения больше. Я хочу его. Селёдку такую купил, это просто счастье. Надо же холодненькое пиво с морозилочкой достать. Почему с морозилочкой? А потому что... И мороженое. А, нет, водка... Оно... Водка потом... Получается, что... Не, у меня для пива отдельно... Такой пластмассовый ящичек на нижнем слоте холодильника. Слева, слева, босс. А у меня там сладко лежит. Не, в моем холодильнике вот реально, вот алкоголь всегда будет. Вот постоянно, но вот как еда, так вечная проблема. Причем у меня алкоголь просто стоит, я его даже не пью, он просто стоит и смотрит. У меня такая же фигня, у меня он полный холодильник. Ну, вот я сегодня тоже с магазина зарплату дали, думаю, так, надо заехать, пока на машине затариться. Затарилась, зачем? Не, купила вина. Это на черный день. Я на чисто держу, это на когда гости придут. Не, алкоголь нужен для... для всего. Хорошее настроение. Хорошее настроение. Там гильдия РТ не собирают? Или отменили его? Но сегодня не было тогда. Ну, там вообще-то в 19.30 писали, что будет. Да это я писал, я забыл, попутал, что обновление квеста это не означает, что обновление стол. Никогда не сделано. Да и у всех, наверное. Ну, у меня на Грулу только нет. Ничего. И на Оне 25-ку, ИГ 25. Матильда, да, бери все, и не отдавай ничего. А хотя у меня вообще нигде пода нет. Только у меня 10. Кстати, а кто-нибудь слышал вообще, Аэрофлот, он под санкциями в Европе? Кто-нибудь наверняка знает? Нет. Ну, то есть билет можно в Европе спокойно купить? Да. Да, но в Америке нет. Блин, ну, про Америку не могу сказать. В Европе точно можно. У меня просто, ну, папа собирается ко мне теперь из Германии сюда лететь. И он говорит, что он может купить билет на Победу, это то, что дешевые эти авиалинии, дочернее предприятие Аэрофлота, а купить с Москвы на Крым... Макс, вылезь под клиф, пожалуйста. Да не клиф, на мне висит дебаф. Я его постоянно диспелю с тебя, не пиздею. Я тоже диспелю. Я как танк. Я вот куксе надамажил 30 тысяч, я не виноват. А кто пивка с рыбкой хочет? Ой, я на день строителя столько выпил. Хватает. Не, я сам сушил. О, круто. У меня соседи тоже рыбку сушили подо мной на вельевых веревках. Сушили. Я взяла эту рыбку и сверху всю сняла. И рыбка оказалась у меня. Нет, не отнимите с вельевых веревок ательство. Ну, блин. Хил поменялся, друзы, хили у нас. Нет. О чем? Я думаю, ну раз у вас рыбу. Взяла булочки. И вверх тянула, правда. Блин, у вас классно. Не, у нас на самом деле действительно классно. Я могу помочь? Да, он дороже, чем... Да, и дороже, чем в Москве. В Москву-Сити
напиться и наесться намного дешевле, чем он. Что-то все зажрались. Но зато у нас, да, у нас красивые виды, море. Как моя сестра в парнестве в Севастополь привозить девушек. Купил дешевого вина, дешевого сыра и отвез на море. Деш... Не, у вас проживание дешево, у вас еда дорогая. А что проживание дешево? Однушка от 17 тысяч. Более или менее адекватная. Более или менее. Не евроремонт и не рассчитывать на стиралки. Не скажу, что дешево. Еще раз, сколько? Ну, от 17 тысяч. 17 тысяч у меня снимает подружка в малосемейке. Маленькую однокомнатную квартирку, вот прям масипуська. Нормально, что? Ну, Брюслав, это подгласишь? А подскажите, нубу, вот не вижу значок Дискорда на панели. Где? Не езди тебе. Ну, правда, двух. Нет. Ну, получается, только это двушка дешевле. Ну, тысяч дешевле 20. Ну, блин, у нас... Как бы... А, Ра, ты подиспалишь. Стойте, дайте. А, квартира у нас миллиона, однушка. Просто без проводки, без всего. Ну, в Москве можно купить. Двушку 150 баксов. Ну, подешевле. Приветствую. Да благословит тебя.